Приветствую, подписчики канала, фанаты, марки, любители диагностики BMW. Итак, в этом видео я вам расскажу, как реализовать быструю замену чипа на блоках DME средних E-серий, то есть E38, 39, 46, 53. Так же, как мы это делали на ранних E-сериях, то есть на E32, E34, E36. Как мы помним, на данных DME у нас была съемная, значит, EEPROM, либо флеш, которая втыкалась в панель просто и все. И при чип-тюнинге мы могли спокойно снять сток, поставить тюнинг и наоборот. Что же касается средних E-серий, то тут у нас уже идут флеши в SMD исполнении 29 и 28 серии, и они у нас припаяны, и соответственно быстрая замена у нас не получится. Но есть решение от китайцев, даже два вида решения, это специальные панели. Мы впаиваем, значит, панель, и в эту панель уже просто втыкаем флеш, либо ток, либо сток, либо тюнинг, точно так же, как мы делали на ранних E-сериях. И сейчас я вам покажу на AliExpress данные панели. Двух видов они существуют. Одна от Meritec, более дорогая, более надежная. И другая, более дешевая, в виде зажима. Что позволит, значит, нам реализовать точно такую же быструю замену, как мы делали на ранних E-сериях. Итак, давайте посмотрим. Итак, первый вариант — это вот такая вот, вот такой вот SOP44 переходник от Meritec. Более дорогой вариант, стоит он 5200 рублей, как мы видим. Довольно недешево, но он очень надежный, и для своей BMW, думаю, вам не будет жалко такой суммы. Вот, значит, вот так вставляется у нас сюда наша флеш и закрывается. И все надежно фиксируется, и получается у нас такая панель для быстрой замены флеш для чип-тюнинга, как мы это делали на ранних E-сериях. Теперь можно также делать и на средних E-сериях. И второй вариант — за 2390 рублей вот такой вот панель, похожая на панель от программаторов. Также припаивается, но это более дешевый вариант, менее надежный. И я думаю, что контакт флеши здесь будет менее надежен. И будет иногда возникать не контакт, что очень опасно. Во время движения может машина вырубиться. Так что этот вариант более дешевый и менее надежный. За 2300, и вот такой вот надежный фирменный вариант от Meritec. Рекомендую вот такой вариант, кто будет делать себе, значит, сменную панель для чип-тюнинга на своих средних E-сериях E39, 38, 46, 53. Так, ну, думаю, все по этим панелям я вам рассказал, что есть такая возможность реализовать быстрый чип-тюнинг на средних E-сериях, так же, как мы реализовывали это с завода на ранних E-сериях. На этом все, закончим видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и кто желает, вступайте в закрытую группу, получайте информацию и рубите бабло.